Ребята, привет! Приехал сегодня половить московок. Недавно расставился. Вот у меня там стоит сетка. Поставил на старой железной дороге. Одна московка уже влетела. Вот вторая сейчас вокруг меня бегает, почему-то к сетке не идет. Что-то попискивает, но похоже на самочку. Бантик у нее маленький очень. И сама она маленькая. Вот она тут вокруг меня летает. Вот у меня стоит тут сетка. Приехал без манной птицы. Ну, просто с магнитофоном. Посмотреть, что из этого получится. В этом году первый раз выбрался на ловлю осенью. Последний раз был, наверное, еще весной, как только вот снег сходил за щеглами. А сейчас осень, думаю, надо московочка. Так что сидим пока дальше, ждем. Так, вот, ребята, только что влетел второй. Пришлось бежать с другой стороны, его подгонять. Сейчас резкость не наводит никак. Вот такой. Он долго крутился вокруг сетки. Заходить не хотел. Пришлось оббегать сетку с другой стороны. И его немножечко шугать. Так, если вроде сам. Я в них не очень разбираюсь. Похож на самца. Вот там у меня уже сидит один. Сейчас сравним. Посижу еще, половлю, может быть, еще кто-нибудь прилетит, посмотрим. Так что вот так, ребята, начало есть. Вон, если видно, гайки пришли. Гайки, они в этом месте всегда крутятся. Я и весной, когда сюда ходил ловить, они прилетали. Так они вдоль этой железной дороги и прыгают. Не дай бог, они сейчас полетят толпой в сетку. Я их замучаюсь выпутывать, потому что их тут вот, навскидку вижу штук 6 или 7. Вот они тут перелетают через железную дорогу. Вот она. Ходит вокруг меня. Ничего не боятся. Помню, весной сидел на месте ловли. Там сидел в сосенках, и они меня не заметили, они сверху прям огромные стаи пришли, и по этой сосне там прыгают вокруг меня. Сидел весь окруженный гаечками, их очень было много. Они там всю сосну оккупировали, под которой я сидел. Ну там маленькие сосенки, такой небольшой подлесок. Там несколько сосенок стоит кругом, вот я в этот круг все время заходил, садился, стоял себе там. Подсидочку и ловил. Сейчас уже, наверное, потихоньку буду собираться, потому что с синицами на ловле долго находиться нельзя, они очень быстро могут запухнуть и пропасть, а нам этого не нужно. Взял две синицы, две московки. Но одна мне не нравится, я сейчас, может, ее выпущу. Ну, может быть, возьму домой, не знаю. Сейчас подготовлю небольшой подсадничек. Сразу покажу, как я обдерживаю свежих московок. И буду собираться. Так, все, перерыв. Ну вот, ребята, только налил себе чаю. И сбылись мои страшные опасения. Гайки полетели в сетку. Поэтому чаек мы пока поставим, пойдем отшугнем основную стайку и выпутаем тех, кто уже влетел. Кто выпутывал гаек, тот знает, как они любят наматывать сильно на себя сетку. Но это еще не самое страшное. Страшнее то, что они орут как бешеные, когда их выпутываешь. Прям страшно, что сейчас кто-нибудь придет и даст тебе по башке.
Хотя, ребята, постойте-ка. Не все так плохо, как я думал. Вот. Вот гайка. А вот здесь у нас московочка. Поэтому я сейчас прервусь, выпутаю и покажу, что я поймал. Ну вот она, ребят, хулиганка. Кричала как бешеная, пока я ее выпутал. Отпускаем. Все, ушла. В общем, вот, ребята, выпутал я московочку. Пока я выпутал, там вокруг меня уже начала летать вторая, поэтому пришлось даже вырывать ее с куском сетки, потому что намотал здорово. Сеточку я с нее снял. Видно, что птица волнуется, клюв открывает, нервничает. Сейчас посажу ее в кутей. О, там уже поймалась следующая московка. Это сейчас посажу в переноску и пойду посмотрю. А там еще одна, кстати, крутится. Сейчас надо глянуть, что там будет. Пролет идет птица. Ну, отсюда, наверное, будет не видно. У меня телефон плохо снимает. Там над березами, ну, что-то небольшое. Или щеглы, или зяблики прям стаями перелетают. Вот летят. А несколько дней ветер стоял, дождь. И вот сегодня такой тихий вечер. Первая такая спокойная погода, когда птица может спокойно лететь, ничто ей не мешает, ни ветер, ни дождь. И вот они, видимо, в такие моменты все-таки активно летят. Ладно, все, не буду тянуть время, эту посажу в переноску и пойду выпутывать следующую московку, которая у меня там попалась. Ну, резкость не наводит, вот он, красавчик. Так, ребята, идем выпутывать. Очень волнительный момент всегда, когда бежишь к сетке. Очень интересно, кто же там попался. Какая птица, что тебя ждет, когда ты подходишь. Так, вот у нас раз. И вот у нас два. Вот московочки. Сетку, конечно, себе. Вот, ребята, одного достал. Тоже, как всегда, намотал на себя сетку, будь здоров. Когда выпутываешь синицу, главное в первую очередь освободить ей лапы, потому что она влетает в сетку и хватается лапами и закрывает ее за собой. Получается, как бы в каком-то кармане. И из этого кармана ее вынуть, если вот не разобраться, что она за собой схлопнула сетку и схватила лапами, очень сложно. И порой приходится сетку рвать просто-напросто. Вот такой вот красавчик или красавица. Не знаю пока. Сейчас всех выпутаю и попробую отсортировать, потому что столько птиц мне домой не надо. Возьму вот две, максимум три птицы. А там уже рассажу, послушаю, что получится. Так, все, пошел выпутывать вторую. Вот, ребята, выпутал второго. Но этот, мне кажется, сразу на порядок лучше. Он прямо выглядит здорово. И посмотрите, у него бант какой широкий. Аж за плечи уходит. Классный. Все, пойду убирать. И, наверное, буду сейчас собираться уже. Ну вот и все, друзья. Посадил я птиц в кутеечку. Сейчас буду собираться домой. Хотел еще показать, как сделать сразу обдерживалку. Но уже не буду, времени нет. Надо срочно уже ехать домой. Вот покажу еще раз, где я ловлю. Вот у меня сетка. Ну, ее сейчас уже темнеет, плохо видно. Да, ловлю, кстати, во второй половине дня. Все уже. Время сейчас 5:00. Очень пасмурно. То есть сетка у меня 10 метров. Где-то около 3,5 в высоту я натянул. Ну, вся птица в основном попадается вот где-то в середину и ниже, с верхней карманы. Ну, я на всякий случай просто поднял. Обычно я поднимаю где-то 1-2,5-3 метра и выше не ставлю. Вся птица все равно идет понизу.
Ну вот, старая железная дорога. Там дальше лес хвойный. Ну, как бы по окраине железной дороги здесь еще березки, а там дальше хвойный лес. Московки оттуда идут. Кстати, если присмотреться, шишка в этом году есть. Так что, возможно, будут и клесты. Ну что, ребята, все, наверное, буду закругляться. Поеду домой рассаживать птицу, выбирать. Магнитофон у меня орет. Московки у меня вообще не было. Я весной отпустил, которая у меня жила. Летом московку не хотел держать. Оставил на лето одного щегла. А сейчас, думаю, на зиму надо. Потому что синичка, она все равно создает дома такую весну. В любой мороз, когда слышишь с утра вот этот перезвон, очень хорошо на душе становится, тепло. Сразу вспоминаешь летние деньки. Погода отличная, ветра нет вообще. Ну, наверное, первый раз вот за 2 недели нету ветра. И дождя нет. Очень тихо, хорошо, на улице спокойно. Мы с товарищем, в принципе, завтра утром собирались. Но я посмотрел, погода завтра утром не будет никакой. 7-8 метров ветер. Утку не поставишь, это 100%. Еще и дождь должен быть. А тут сегодня выходной у меня. И как раз что-то после обеда посмотрел в окошко. И прям все замерло. Природа вообще замерла. Если честно, из леса уходить даже не хочется. Настолько здесь тихо, красиво, хорошо. Пролет птиц идет. Вот я слышу очень много. Я слышу даже и реплавов, слышу чижей, слышу щеглов. Они летят просто вот надо мной. Куда-то летят, летят, летят. Снегири подлетали несколько раз. Ну что, ребята, всем пока, до новых встреч.